В городе Секундерабад на юге Индии продолжают разбирать завалы рухнувшего в понедельник отеля «Сити Лайт». В результате обрушения двухэтажного здания не менее 10 человек погибло, еще 18 получили телесные повреждения. Среди жертв – персонал отеля, строители и рабочие. Пострадавшие сейчас находятся в больнице. Правительство пообещало предоставить им медицинскую помощь и другую поддержку. Зданию было больше 50 лет. Местные жители говорят, что все его стены давно были покрыты трещинами. Как сообщается, обрушение произошло по причине того, что конструкция не смогла выдержать вес специальной печи для приготовления популярного арабского блюда. Сначала рухнула стена кухни, а потом и остальная часть гостиницы. Место трагедии посетил министр штата Андхра-Прадеш. Обрушение зданий в Индии – явление частое. Так, в этом году в результате обрушения семиэтажного здания в Мумбаи погибли 74 человека. Многие постройки не соответствуют правилам безопасности. Владельцы нередко надстраивают на домах дополнительные этажи без получения разрешений в соответствующих ведомствах и в нарушении инженерных норм.